Как сказал один древний философ, VPN-ов мало не бывает. Сегодня о коммерческом сервисе под названием Mulewot. Про него стоит рассказать, хотя он и платный, потому что он с открытым исходным кодом. Команда реально сфокусирована на приватности пользователей и не требует никакой персональной инфы, а также бесплатно распространяет коды VPN для НКО. Как правильно произносится Mulewot, не знаю, слово шведское. Переводится, как можно догадаться, по логотипу крот. Сервис, как я сказал, платный, и создатели применили весьма нетривиальный маркетинговый ход. Никаких скидок за год и десятилетие при оплате вперед. Всегда 5 евро в месяц. Справедливое ценообразование. Я бы отнес это к разделу комичного. Кстати, за 5 евро дается доступ к 5 устройствам. То есть хватит вам на все, что есть, и, может быть, останется домочадцем. Пользоваться сервисом достаточно просто. Генерируете номер учетной записи, это ваш логин, он же пароль. Никаких персональных данных для создания аккаунта не нужно, даже адреса почты. Далее закидываете денег на счет, вариантов несколько, включая крипту. Это к вопросу оплаты из России. Ну и какие-то еще варианты, которые мне не знакомы. У меня по случаю есть оплаченная учетка, спасибо Алексею. Соответственно, я или вы, если у вас есть оплаченный аккаунт, просто вводите номер здесь и попадаете в настройки учетной записи, где, в принципе, вам понадобится заглядывать разве что в устройство, да и то опционально. Отсюда же можно скачать приложение для ПК, а можно и из приложений. Для доступа, кстати, можно использовать WireGuard, если вы уже им пользуетесь, чтобы не платить сущности. Здесь можно сгенерировать файл конфигурации, но мы воспользуемся приложением. Приложение есть подо все. Скачаем под Windows, приложение под Android есть в Google Play, ну или можно скачать APK здесь. Запустили приложение, установили приложение, сейчас разверну экран. Появляется вот такой вот красный замочек в трее. Это значит, что приложение есть, но оно не подключено. Соответственно, вводите номер учетной записи, он говорит, где вы сейчас, и предлагает выйти через сервер в Швеции. Страну выхода можно выбрать самому. Защитить соединение – это то, что в большинстве подобных приложений назвали бы старт, то есть запуск VPN. И все, мы в Стокгольме. Тут написано, что Mulewot используется, и мы выходим через шведский сервер. Замочек стал зеленым. Можно заглянуть в настройки, но не знаю, что вам может тут понадобиться. Ну, разве что автозапуск при старте системы. А в отдельных случаях и автоподключение. Еще можно блокировать рекламу, трекеры и так далее. Ну, это на ваше усмотрение, может лучше не перегружать VPN дополнительными функциями. Но в целом это полезные для безопасности опции. Ну, в настройки можно и не заглядывать, VPN у вас есть, он работает. Скорость вроде бы вполне приличная, я проверял. Посмотрим, что у нас с Android. Устанавливаем из Google Play, вводим номер учетной записи, разрешаем подключиться к VPN и выходим в Швеции, Мальмё. О, кстати, Мальмё. Культовый город, очень помню, я любил этот сериал. В трее горит значок VPN. Сайты открываются. В оповещениях есть стикер, что мы используем Mulewot. Здесь же его можно отключить и подключить заново. Если оповещения нет, а вам нужен VPN, откройте заново приложение. Кстати, что тут с точками выхода? Вау, круто. Богатый выбор. Ну и зайдем в устройства. Тут показывают, какие устройства используются в аккаунте. Сейчас 2 из 5, значит, можно подключить еще 3. Но тут нет иерархии прав. Вы можете удалить какое-то устройство, но и все остальные, у кого есть номер учетки, также могут удалить какое-то устройство, включая ваше. Более того, удаление не заблокирует доступ, просто сбросит сессию. Владелец удаленного устройства заново введет номер и продолжит пользоваться Mulewot. Это оборотная сторона политики разработчиков, направленной на конфиденциальность. Любая попытка ввести иерархию вызовет, как следствие, необходимость вводить идентификацию пользователей. У меня лично вызвало сомнение отсутствие дополнительной защиты VPN-кода, но разработчики пишут, что для того, чтобы подобрать рабочий 16-значный номер, нужно в среднем 45 миллиардов попыток. И все равно как-то непривычно, что нет дополнительного пароля. А в остальном хороший добротный сервис, да еще и с открытым исходным кодом.
Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов, и теплица социальных технологий.